Привет всем, с вами Максон, и это 26-я часть по WWE 2K14, точнее по турниру игры WWE 2K14. Выход Кофи Кингстона, я не знаю, видели ли вы в предыдущем видосе оттирку эту или когда видели. Просто суть в том, что сейчас я буду записывать видео, точнее записывать комментарий к этому видео задалеко... Это не по-русски звучит. В общем, после того уже, как давно я записывал этот видос. То есть результат я его уже знаю, я даже знаю результат финала. Но так как я ступил, и многие, те, кто хреново видят, что я пишу в группе, не знали, почему не было в комментариях в предыдущем видео, в 25-м матче Артруф Райбек, но я поясню еще раз, кто не слышал. Не было комментариев потому, что я случайно удалил аудиодорожки с комментариями своими к тем предыдущим видео. И восстановить я их так и не смог, поэтому пришлось залить без звука. Ну, сейчас я как бы записываю, да, звук. Почему вы спросите, ты не сделал это в предыдущем? Ну, просто в предыдущем не хватало времени, я должен был уже заливать видос в тот день. Я просто понадеялся на то, что я смогу восстановить свои аудиодорожки. Но ни хрена мне не получилось, и поэтому 25-я часть была без комментариев. Вот в 26-й я постараюсь их сделать. На 27-ю и на финал, конечно же, комментарии сохранились. Вот, в предыдущей части я бы там я долго ржал над багом, который был, когда Артруф застревал, пытаясь сделать бомбу или что-то там еще Райбеку на лестнице, было ржачно. Но, правда, не очень круто. Так, ну а у нас сейчас бой Якозуны Артруф, это 26-й, как я уже сказал. Победитель этого Мочилова выходит у нас на Мика Фолли, который одолел Шеймуса в 24-й части. И уже затем кто-то из этих участников попадает в финал. Посмотрим, кто выйдет. Якозуна играет у нас Паша Корягин, а с Сетом Роллинсом... Я не помню, кто играет. Сейчас я посмотрю в темке, в группе. Не очень как-то удобно так лазить, когда бой там идет. Джойстик не держу в руках. Так, Сет Роллинс я сейчас найду. Не вижу ни хрена. Слепошары, мутант. Сет Роллинс, Илья Воротников у нас играет сетом. Вот такие дела. Так, прыгает он до Якозуны и нифига не попадает. И теперь валяется внизу ринга. Кстати, многие там написали в матче Артруф Райбек, типа, вот Райбек лох, все такое, но... Возможно, просто я говорил, да, о том, что чем ближе к финалу, тем больше народ хочет победить и меньше показывает рестлинга. Там вот видны были действия на победу. То есть, если бы это был, может быть, первый круг, Роллинс опять мимо прыгает, то Райбек бы подошел, поднял, там подрался бы еще. А тут он просто ходил и ждал момент, когда хотя бы станет Артруф. Но там я говорил об ошибке Артруфа, что он сам, грубо говоря, подарил победу Райбеку, потому что доминация вроде как была в основном Артруфа с его стороны. Он что-то и показывал, и рестлинг, и доминировал, и мог завершать спокойно бой пораньше. Но он также, Никита Колобов, я имею в виду, играющий Артруф, он затянул и, ну, всегда хочется показать еще что-то. Затянул и проиграл. Вот у меня такая всегда ситуация, когда я играю, будь то с компом, будь то в онлайне с вами просто. Ну, даже, наверное, и в турнире. Но в турнире там другое было дело, там... Там был Якозуна гигантский, которому проще было меня швырять на столы. Ну ладно, сейчас уже не об этом. Сейчас о матче Сета Роллинса и Якозун. Пока ничего такого особого не было. Были только кривые прыжки от Сета Роллинса на Якозуну, которыми он, естественно, не попадал. Ну, от Якозуны вроде тоже ничего не было. Посмотрим, разобьют ли клетку наши участники. Ну, пока... Ну, вот внизу тусят. И там внизу, кстати, доминирует вполне Якозуна. Самого дроп он вроде как сделал, или мне показалось, может быть. Так, теперь Роллинс. Дроп-кик. Мне немного неудобно комментировать, потому что я вижу маленькое окошечко, из которого я должен что-то понимать.
Ну, она уж, конечно, не настолько маленькая, чтобы через лупу тут сидеть, но все равно хреново видно. Так, Рунис хочет опять сверху прыгнуть. И опять мимо, не долетает до Икозуны. Это вот такие вот его мини-ошибочки. Так, отжимает Steel Steps у Йоко Сет. И ударить не получается, потому что Икозуна молниеносен, но он уже находится на ринге. Может быть... Я не знаю, стоит ли мне забегать вперед или не стоит сказать что-нибудь о финале, но ладно, не буду ничего говорить, сами дождетесь. По видосику в день, это можете сами рассчитать. Сегодня, я думаю, я успею выложить это видео, я записываю 17 числа. Так, удержание у нас неудачное. И надеюсь, сегодня же 17 и залью. Ну, завтра, получается, вы увидите четвертый круг победителя этой пары и... Микафоли. Ну и потом будет финал. Опять неудачное удержание от Икозуны. Так, суплекс от него же. Прыжок булками, прям ягодицами на лицо Сету. Чего теперь? Поднимает Икозуна Сета Роллинса и... Бум, самодроп. Отлично. Ну, проблемки что-то у Сета Роллинса. Ему нужно... поаккуратнее с этим Икозуной, потому что Икозуна его просто вот такими вот методами измельчит. И уже Сет Роллинс будет не в состоянии что-либо предоставить в ответ такому гигантскому парню, как Икозуна. Я бы хотел увидеть, как они залезут на клетку и расхреначат ее. Но может быть хотя бы, не знаю... сбоку просто сломать. Во, походу что-то намечается. Сейчас посмотрим, чего будет. Но Икозуна швыряет в другую сторону совсем Сета Роллинса. Хм. А, вот теперь обратно. Видимо, первый раз не туда хотел. Так, и да. Минус клетка, отлично. О, я там танцую брейк наверху, смотрите. Йоу, всем привет. С вами Кофи, Кофи Кингстон. Йоу, всем привет. Мы наблюдаем за... я не знаю. Ну, короче, реально, что-то там под катами стелится Кофи Кингстон. Я не помню, о чем я говорил в тот момент, но иногда частенько обидно. У меня много раз было случаев, когда я... когда у меня со звуком была беда, или наоборот, картинку не записывал, а звук записывал. Все уже все повидали, и видео без комментов, и комменты без видео... кто уже давно в группе, но вот на этот раз так получилось. Но всегда, когда вот такие ситуации были, мне казалось, что когда я записывал в первый раз комментарии, они были, ну, лучше. Мне даже там, типа, блин, знаете, как после записанного видоса такой сидишь, ох, фух, я это сделал, а потом смотришь, что ты ни хрена не записывал, такой просто рука, лицо, и такой, сука, и как бы вот. Так, ну, у нас видим, что с другой стороны вообще... прилез откуда-то Икозуна, как Кинг-Конг, так он забирался на клетку. Вроде бы Сет Роллинс особо-то его не напрягал, стоя возле края. Так, полетит ли вниз Сет Роллинс? Опа, не полетел. Странно, даже клетка не погнулась. Интересно. Так, попытка номер два сейчас будет, походу. Это Икозуны, так... Вот таким способом точно не сломать клетку. Нужно чего-нибудь бабахнуть сверху. Воу. Икозуна, походу, сейчас ошибается. И... нет, не летит вниз. Так, а удержание? Рассчитай. Раз. Только один. Вырывается Икозуна, успевает. Двух еще не было. Так, теперь, походу, вниз может полететь Сет Роллинс. И это случается. До свидания, мой миленький друг. Полетел вниз у нас Сет Роллинс и просто спрыгивает Икозуна. Не стал Икозуна прыгать сверху, он бы, во-первых, раздавил Сета Роллинса, во-вторых, они бы провалились сквозь арену, ну а в-третьих, был бы реверс, наверное. Эх, хватит хлопать, что ты делаешь, Кофи Кингстон, а ну спустись вниз и считай. Кстати, когда внизу, так как-то даже камеру получишь, так что давай вниз, Кофи. Это я сам себе приказываю. Ну, типа, я же не знаю, что я буду делать, я не помню, как тут все завершилось. Потому что я уже и финал записывал, что только не записывал, все матчи в голове перемешались. Кстати, по итогам не забудьте написать, какой вам больше всего матч понравился, за кого вы больше всего утопили, кто в итоге победил, радовали или не рады.
В общем, как-то так. И вообще ваше мнение о турнире. Хорошо это или плохо, и все такое. Так, удержание. Раз. Два. Три. Все. Ничего себе. После проведенного Якозуны финишера сдается у нас Сет Роллинс. После, точнее, даже не сдается, а не смог вырваться. Он после удержания на 3. Ну, как бой оценить, я даже не знаю. Я вообще немного не втупляю. Я что-то как-то приперся сразу. Сенсей начал комментировать, потому что надо. С комментами явно лучше, я понимаю. Но жалко, что тот бой не получилось записать с комментами. И уже перезаписывать нет смысла. Сори, что так вышло. Я уже объяснил причину, почему так получилось. Опять моя глупость. Ну ладно. Что у нас получается? У нас получается, что Сет Роллинс проиграл. А это был Илья Воротников, да, я вроде правильно посмотрел, если нет, то это капец, рука-лицо. Спасибо ему за участие в турнире с этим Роулинсом. И мы поздравляем Якозуна, который проходит дальше. Это очень странно, что, ну, Якозуна меня выиграл, выигрывал там дальше, дальше, дальше. Сможет ли он одолеть Мика Фоли в четвертом круге? Ну, посмотрим. Фоли так что-то очень уверенно идет, но правда и Казуна справляется вполне со своими соперниками. Ну что тут еще сказать, я даже не знаю, но увидимся в четвертом круге, в следующей части. Всем спасибо за просмотр и, в общем, до следующих матчилов. Всем удачи!